есть очень конкретное на этот счет воспоминание. Я, возможно, и помню что-то раньше, там, спорадически. Но осознанно я помню такой момент в коридоре в нашей квартире в Норильске. Я сажусь на стульчик такой детский и думаю вот о чем. О том, что все взрослые говорят, что забывают свое детство. А я вот сейчас сяду и запомню, чтобы не забыть, не говорить потом, что я его забыл. Мне сейчас 5 лет, я сижу на стульчике в Норильске, в своей квартире, она выглядит так, вот, и это я не забуду. Я, может быть, меньше помню, чем кто-то о своем детстве, но это я помню хорошо.